Когда на кону жизнь человека. В Караганде во время планового патруля инспектор полка дорожно-патрульной полиции спас тонущую девушку. Только благодаря правильным действиям сотрудника оба остались целы. Подробности в сюжете. На днях в Караганде могло произойти действительно страшное событие, если бы не счастливый случай. В этот день на плановом патруле инспекторы полка ДПП услышали крики о помощи. Приблизившись, сотрудники обнаружили тонущую в водоеме девушку. Один из инспекторов, Азат Балгабаев, не раздумывая, бросился в воду. Экипаж на автоургане несет службу на 15-м магистрале возле 20, напротив 20-й шахты. При несении службы они услышали крики о помощи. Естественно, издавался крики о помощи со стороны водоема. Мои сотрудники, непосредственно услышав данные крики, сразу же бросились в помощь. Благодаря грамотным действиям спасителя и он, и потерпевшие остались в живых. Ведь, как признаются сотрудники, спасти тонущего человека очень трудно. Человек в подобной беде думает только о том, чтобы спастись, и поэтому в панике способен утопить того, кто хочет помочь. Очень благодарна Азату, который спас мою дочь. И вообще, как бы, я считаю, что у нас в Казахстане все настолько четко отработано, что каждый из патруля, даже вот взять, как говорится, дорожный патруль, они ответственны за наш народ. Сотрудники спасательных служб призывают всех быть бдительными и осторожными, находясь рядом с водоемами. Дарья Хайрдинова, Николай Шевелев, 5 канал.